мы этот вопрос решим, и на следующий год уже приступим к соответствующим ремонтным работам. Даю здесь поручение. Я думаю, что это небольшие средства, в конце концов, больше разговоров. Так ведь, да? В 2015 году, в очередной раз, когда мы собрались на 45-летие окончания школы, мы сразу же подошли к памятнику героя султана Баймагомбетова. И сразу обратили внимание, что вокруг памятника территория желает лучшего. Плиты 45-летней давности, сыпется щебенка, цемент, даже не подлежит побелке. Мы в тот же день собрали деньги, чтобы облагородить, положить брусчатку и облагородить территорию вокруг памятника. Но когда повторно мы подошли, пришли посмотреть, обсчитать это все, то увидели, что бюст по с тыльной стороны бюста героя идут большие трещины. Мы решили обратиться ко всем выпускникам с просьбой помочь собрать средства на реставрацию памятника. Конечно, принимая обращение, мы не ставили перед собой цели, что мы обратимся к руководителям предприятий или к состоятельным людям. От имени выпускников 1973 года мне поручили подготовить обращение ко всем выпускникам и открыть счет по сбору средств.